В парке Малаховское озеро прошло выездное совещание. На встрече обсудили ход третьего этапа благоустройства зоны отдыха, а также вопросы, связанные с очисткой водоема. Она запланирована в конце этого года. Подробности в сюжете моих коллег. С каждым днем Малаховское озеро закрепляет за собой звание «Жемчужины Подмосковья». Несмотря на то, что работы по благоустройству пока в процессе, здесь уже намного комфортнее проводить время. По словам постоянных посетителей парка, жители стали бережнее относиться к этому зеленому уголку. И с семьями, с детьми приходят, и детям очень нравится, и с собачками гуляют даже. Я заметила, стали со собачками убирать. Жители сами с собачками ходят некоторые вот. Но пока работа продолжается, продолжают поступать и вопросы. Чтобы ответить на них, на территории, где проходит заключительный этап благоустройства, устроили встречу с жителями. Пригласили членов рабочей группы и общественного совета парков. На вопросы ответили сотрудники администрации, директор Люберецких парков Алексей Орлов, а также представители депутатского корпуса Юрий Байдуков, Вячеслав Губин и Рубен Савялов. Заместитель главы администрации городского округа Люберцы Марина Зинкина подробно рассказала о ходе проводимых работ. Будет также установлено МАФы, освещение, то есть детские площадки, скамейки, урны. Все соответственно в соответствии с нашей концепцией. Я думаю, что все ее видят. Далее у нас в планах также в Малаховском озере это сделать. Построить мост, который будет соединять два берега. Это тоже планируем реализовать в этом году. В этом году начнется реализация еще одного важного проекта – очистки Малаховского озера. На данный момент выбирают подрядную организацию и разрабатывают проектную документацию. Завершить эти процедуры планируют к концу сентября, а приступить к реабилитации Македонки уже в ноябре. Контроль за данной работой, потому что это государственная программа, осуществляет Министерство экологии и природопользования Московской области. Будет разработано техническое задание. Выбран подрядчик. По техническому заданию будут описаны сроки, когда, в какие конкретно сроки будет проводиться очистка и как. Очистка Малаховского озера завершится в 2024 году. Работы над водоемами, над территорией вокруг него будут проходить под пристальным вниманием жителей и контролем общественников. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.